Здравствуй, игрок. В этой рекламной интеграции мы не будем тратить время, надоедая рассказами о десятках самописных систем, мощнейшей оптимизации или отсутствии ненужного доната на нашем сервере. Также не обратим внимания на то, что каждая профессия является играбельной, а экономика тщательно сбалансирована. Ведь ты легко убедишься в этом, зайдя на InflexRP. Ссылки и IP-адрес можно найти в описании под этим роликом. А теперь приятного просмотра! Здорово, это будут не совсем обычные будни администратора, которые вы привыкли видеть на моем канале. Если в прошлых выпусках я практически ничего не делал за РП-профессию, на которой играл, или же просто проводил время на админ-профессии, будучи в клоке, то в этом ролике все будет совершенно наоборот. А именно большую часть экранного времени вы будете наблюдать за моими РП-похождениями за различные профессии, но в основном это будет бандит или же киллер. Это что-то наподобие симбиоза админ-будни и РП-будни, которые вы уже, наверное, у кого-то довидели когда. Здесь, как и в других админ-роликах на моем канале, также первостепенны доебы до нарушений, а также наказания ребят, которые нарушили правила. Да и тем более, вам, наверное, уже надоело за столько выпусков наблюдать, как выглядит одна и та же админ-зона. Ну что, пора все-таки выходить на поверхность и ловить нарушителей на живца. Ролик был снят на сервере WastRP. IP вы найдете в описании. Погнали! Вой начинается. Кого? Откуда у тебя судорут, собственно, вопрос? Откуда у тебя судорут? У тебя всего 48 часов на игры. Купил. Охуеть, за сколько? За сколько? Алло, за сколько ты суды купил? Гадай. Он жалобу подал, ему интересно очень, откуда у меня эта привилегия. Ну да ладно, пусть интересуется. Здравствуйте, стойте, стойте. Можете ли лицом к стене, блядь, встал быстро нахуй? Ага, окей. Истеричка. Сейчас придет один человек. Бежи! Чекай с гор! Поймали за попу. Вас так... мы будем продавать, либо хотите откупиться за 10 тысяч. Да хуй соси. Если ты передаете, не, мы хуй вас... соси. Ну ладно, тогда мы вас... У тебя друг истеричка в курсе, не? Араба! Зайдете или возьмете ордер, начнете ломать двери, мы убьем завод. А ты тогда в любом случае сядешь. Куда? В тюрьму, куда? Ну или на бутылку, куда тебе уже больше нравится. Я тебе даже помогу, смотри. Садись. Вот. Так а мне зачем? Ты опущенный, это теперь твое место. Так ты же со мной контактировал, значит ты тоже опущенный. То есть ты петух, да? Блять, я с конченными сижу в доме, ёб твою мать. Со мной два конченых теперь. Как ты нахуй молчал, все, блядь. Ты ничего не видишь, все, блядь. Да, удачи тебе, блядь. Настолько сильно задел. Ну что ж, друг, тебя никто покупать не хочет, что-то как. 10 тысяч, либо ты отправляешься на тот свет. А что, не проще было сначала меня ограбить и все? Долбоебы. Очень сложно, не поверю. 10 тысяч, либо ты отправляешься на хорошо, тот свет. Хорошо, руки развяжи, ебанутый. Давай, развязывай меня. Все, я погнал. А, блядь, ты встал лицом к стене, нахуй. Че, ебанутый? Ты ж меня ограбил уже, все. Я пошел. Беги! Че, я тебя ограбил? Ну что, пизду нахуй. Помощь, всё, ПЖ меня ограбили, вот они. Спасибо. Спасибо, спасли меня от конченых хуесосов. Спасибо огромное. Спасибо. Да придут спасители. Спасители пришли наконец-таки, блядь. Я заебался просто. На каждого бандита найдется хрен с ментом. Пум-пум-пидум, пум-пум-пидум, пум. А, меня убил наемник. Ну окей. Знавать. Бать, что?
Чел пошел по РДМить, заебись. А, ну все, уже его за РДМить. Точнее, его забанили. Блять, я поиграю нормально. Меня то какие-то бандиты младшие берут в заложники, а потом опиздюливаются. Потом меня убивает какой-то чел на РДМщике. Заебись. Затем я взял профессию киллера и попробовал повыполнять заказы. Надо же как-то разбавлять примитивные админ-будни, которых на канале у меня и так много. Я думаю, это неплохая идея в перерывах между разборками или же какими-либо ситуациями вставлять какие-то фрагменты из РП. Ну, так называемого РП, где я просто играю и отыгрываю роль профессии. Делаю заказы, граблю кого-то или же обыскиваю за мента. Тем более в некоторых из них как раз таки есть подводка к какой-либо ситуации, которая как раз начнется в админ-зоне. Какой вам толк от того, что вы посмотрите, как я делаю очередной заказ или же граблю очередного игрока? Ну, во-первых, вы увидите полноту картины, которая, возможно, продолжится в админ-зоне. Ну, а также сделать какие-либо замечания мне. Ну, где я не написал ми, или же что-то не так, не доиграл, не отыграл правильно. Думаю, вы поняли. В общем, что я вам хочу сказать. Будни админа на моем канале — это не про то, что ты летаешь в админ-профессии и в клоке, и следишь за игроками или же принимаешь жалобы. Ты напрямую участвуешь в РП-процессе, а возможно, даже замечаешь какие-либо нарушения во время этого РП-процесса. Где шарик-то, блядь? Если шарик прям там еще до сих пор находится. Маскировочка. Я замаскировался под полицию на 5 минут. Здравствуйте. Здравствуйте. Так вышло то, что здесь было ограбление, кажется, недавно, или нет? Да не, все, нет. Все. А вы можете оружие убрать? Нет, не могу. А вообще-то это приказ Александр полицейского. Да меня не волнует. Хорошо, а вот он достал оружие, он достал оружие. Блять. Ну, будем защищаться. И что же мне с тобой делать? Дать леща, сломать колени? Ну, конечно же, я не мог предугадать то, что там окажется еще и свидетель. Но по правилам сервера я могу его либо убить, либо подкупить. Первый вариант не катит, потому что сам ТЦ — это достаточно общественное место, за исключением каких-либо помещений. Да и лишнюю мокруху я не люблю устраивать на серваке, только если по делу. Остается только договориться с ним, чтобы он ничего не помнил. Слушай, давай сейчас кое-что порешаем, зайди просто, без хуйни. Не, серьезно. Мне мокруха лишняя не нужна. Хорошо, окей, я сам выйду. Здорово. Держи и давай расход. Все, супер. О, на тебя жалоба как раз. От кого? Ты почему вот не снял справку перед тем, как нас обоих убивать? Что не сделал? Не снял маскировку перед тем, как нас обоих убивать на заказ. Ну, на него был заказ. А где написано, что я должен был ее снимать? Правила маскировки. У меня убийца должен снимать маскировку. Заказ надо выполнять тем, скрытно и незаметно. Можете замаскироваться под другого человека из толпы и убить цель. А ты это слышишь? Ты под какой маскировкой? Полицейский. Полицейский. Они тебе, может быть, не всю ситуацию рассказали, не полностью. Ну, расскажи ты. Ну смотри, я зашел под видом полицейского, он оружие наставил, я попросил убрать его. Потом по мне начал стрелять громила какой-то с улиц. Ну как с улицы, из центра вот этого ТЦ. Вот, они отвлеклись, и я их взял, бахнул обои. Вот, когда они уже как раз разобрались и начали высматривать, убили они его точно или нет, я бахнул его сначала, ну потому что у него у первого оружие было, которое поблизости ко мне находился. А потом уже его по заказу. Вот. А ты с какого оружия его убил? Со спаса.
Там же логи. Блин, за полицейского у тебя... Ну, я понял. Но со Спасом ты не можешь убить в маскировке полицейского. В смысле? Я в маскировке нахожусь, а не за полицейского играю. Так надо отыгрывать в маскировке. Короче, я предлагаю его отпустить. Да хотя тут... В смысле, надо отыгрывать маскировку? Ты мне этот пункт покажи, правила маскировки конкретно. Маскировка. Надо отыгрывать маскировку. Я ношу оружие. Смотри, ты третий пункт, видимо, не прочитал нормально. Для чего доебаться-то решил? Написано: использовать вы можете только то оружие, которое разрешено в вашей настоящей профессии. Моей профессии разве запрещен? Спас. Смотри, он в маскировке копа убил со Спаса человека. Ну, двух людей, это считается как номер потом. Но мне запрещен за киллера спас. Друг мой, он умел убиться. У него маскировка выдана для того, чтобы он зашел в эту маскировку и как бы совершал убийство, при этом не спались. Вы вообще что тут обсуждаете? Бля, можешь ты потом разбирать жалобы на меня? Потому что мне кажется, ты больше чуть шаришь, чем он. Потому что они же больше меня шарят. О, ты тоже? Я наборный сударок. А. Да, приятно познакомиться, а я техподдержка ваша. Можно просто ему дать пизды. По поводу жалоб на админов. Подожди. Так а чё вы? Всё? Обвинения кончились? Ну типа, не вижу смысла подавать на человека, если ему систематично, типа, можно использовать маскировку для того, чтобы спрятаться во время убийства. Ну да, они мне, Джокер, они мне указывают на то, что я должен в маскировке носить, использовать то оружие, которое вот профессии разрешено. Ты должен притвориться, то, что используешь оружие того класса, но можешь использовать только то, которое нужно твоей профессии, именно умелый убийца. Ну, у меня только спас и был, ну и СВД. Я взял спас и все. Я же смотрю, тут в третьем пункте маскировки использовать я могу только то оружие, которое разрешено моей профессии. Дальше идет достаточно интересная ситуация. Я втерся в доверие к мэру, притворился полицейским, потому что у меня был на него заказ. Но в мэрию пришел человек, который начал прямо оскорблять мэра. Я как человек, который отыгрывает в маскировке роль того, под кого маскируется, а в моем случае это был как раз таки полицейский, начал ставить человека лицом к стене. Ну, думал дальше, за меня все сделает другой мент, который тоже находился в мэрии. Получается так, то, что тот, кто разбрасывался словами в сторону мэра, перестал отыгрывать ФРРП и начал его нарушать, убегая от меня, когда я наставил на него оружие. Повторюсь, я отыгрывал маскировку полицейского, будучи киллером. И вот мне интересно, это реально считается нарушением правила ФРРП, или я тут все-таки немножечко да не прав? Напишите об этом в комментарии, что вы думаете. Конечно, пойду. Домой. Чепушила, это лысый. Что? Мне нужно два крепких парня. Сейчас домой. Ты становишься лицом к стене и будешь отвечать за оскорбление главы города. Собака, ты будешь моей. Не обязан. Раз. Два. Нет. Работай. Хорош, уёбок, тупой. Блядь. Здорово, свинья. Это был случай неудачный. Алло, я с тобой говорю. Можно я напоследок посмотрю эту карту? Какую карту? Пожалуйста. У тебя ФРРП. Да. Все, согласен? Да. Отлично. Его зовут Clear Sky. Ну да, как его зовут? 39 хп, я какой-то киллер на крополях бегаю, если честно. Ты чё, охуевший? Правильно. Окей, где этот долбоёб? Пошёл нахуй. Смотри, это Арсен, Ягор, это Артур, у нас у троих армянские имена. Так мы чурки все получается здесь! А вот это слово один.
Не-не-не, это как нигеры могут друг друга нигерами называть, а все армяне, например, друг друга чурками могут называть. Но никто, кроме армяне, не может так говорить. Иначе можно, сука, ноги вырвать и спички вставить. Я же говорил, что ты чурка. Хе-хе-хе-хе! 25 тысяч оружия, да? Есть. Что это было? Слушай, ты как свидетель идешь, прости. Нихуя себе, блядь. Нихуя себе, блядь. Деп совсем. Ну, давай забудем про это, поймем друг друга и простим. Классная пушка, этот Винчестер, аж говорил, она, ну... Она такая, ну, чисто мужичарская. Лицом к стене раз, лицом к стене два. Че, так у стены стою? Лицом к стене. Лицом и так, к стене стою, встал. Блядь, лицом дебил. Лицом к стене встал. Дебил, я и так стою у стены, ёбаный придурок. 15 канапов. У меня нет столько денег. 15 канапов. У меня нет столько денег. Блин, блядь, что ты мне врёшь? Вот что ты мне врёшь? Сука, проверь, имбецил. Давай всё, что у тебя есть, давай всё, что у тебя есть. Окей. На пол. Ладно, ладно, это был пранк. Это был пранк. Пранк какашка отсюда. Серьезно? Да нахера мне, у меня же сотка. Хоть было притворяло. Ебать бомж. А я это запомню. А хули мне? А хули мне? Чел на меня быкует, блять, с оружием, значит. Я его нахуй найду сейчас и уебашу. Вон, долбоеб с шарфиком. Черепок он побежал. Двигайся, дернешься, ебало прострелю. Съебался отсюда раз. Съебался отсюда два. О, нихуя себе. Удачи тебе. Он мне что, денег даст? Нисколько, нисколько. С тебя жизнь. Все, ты жив. Иди, гуляй. Сейчас этого долбоеба... мифов VIP плюс телепортировать. Здорово. Что за хуйня? Тебя эфир РП. Здорово. Какой эфир РП? Тебя эфир РП. Почему? Потому что. Ну, он мне приказал съебаться, я съебался. Я зашел в Алго, он меня не видел, все, то есть я уже начал в спину стрелять. Так ты же испугался. За 2 секунды ты все собрался с духом, я... силами. Да? Ебануто совсем? Ну, ебать, я испугался, когда он на меня ствол наводил, но когда он уже стоял ко мне боком, ну, ага. Спиной, ебать, там 90 градусов почти ага. Было, в принципе. Я могу в спину его, мог, блядь, шлепнуть, я просто первой пулькой нахуй не попал. Ему въебали. Ты что, ебануто? Тебе приказали уйти, зачем ты начинаешь еще я дальше стрелять? Я не имею права так сделать. Нет. Это не будет считаться как фиррп, я ушел, ушел. Ты ушел и начал стрелять. По его приказу я ушел. Он не сказал, чтобы я сюда вообще больше не возвращался. Тебе сказали съебаться, ты взял, не съебался. Это фир РП. Ты остался в этом месте. Все, понял? Ну чё? Фир РП у тебя. Так. Бан. Там фир РП нету? Да, конечно нету. Конечно нету фир РП никакого. Совершенно. Последние слова твои. Пощади меня. А, удачи. Ну как я ему в голову-то засадил, а? Солидно, прям солидно, мне нравится. О, тут у тебя голосок английский. Я себе, подожди минуточку, я себе такой же сейчас секунду сделаю, окей? Это тебе не получится, тебе надо будет вернуться несколько лет назад во времени и причинить себе яйца, как это сделал я. Вот. Ты с этим не шути, это навсегда. Ну вот, меня нормально слышно. А чё давай? Ага. Отщеми, пожалуйста, яйца, отщеми. Пум-пум-пидум, пум-пум-пидум-пум. А стой, ты... Стой, можешь вопрос, можешь вопрос, можешь вопрос. Дай, ты кто?
кто? Три часа тыкал. Ты кто, молодой человек? Молодой человек, стойте, пожалуйста. Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек. Да какой я нахуй молодой, мне 20 лет, молодой, блядь, всё. Молодой человек, можешь спросить, откуда молодой, у вас судорог за 3 часа? Откуда у вас судорог за 3 часа? Молодой человек. Да-да-да. На, да. По правилам сервера это можно расценивать как нарушение правила non-RP. Если вы сомневаетесь, то вы можете открыть правила WastRP и убедиться в этом сами. Естественно, я понимаю, о чем они хотели поговорить, спросить, откуда у меня привилегия. Но постоянная такая долбежка этими вопросами, это все же нарушение правила non-RP. Зачем вы бегаете, если у вас вот... Зачем вы бегаете, если у вас есть такая супер привилегия? Можно вопрос, как вы добились такой привилегии? Ночью работали или сами нарабатывали? Ночью работали, то есть, типа, на заводе? Не, я серьезно спрашиваю, откуда у вас такая привилегия? Да, откуда у вас такая шутка? Да. Тоже хочу. Само 800 часов. Ебать, они на НРП уже сколько раз нарушили. По-хорошему. Над. Откуда за 3 часа такая привилегия? За того, куда Виктор Корнеплод кубик. Ходи, оглядывайся. Так, ну сейчас, подожди, сейчас разговор закончится у меня. Я его поговорим потом. Да, он еще не начал. Нихуя. Прощайся. С кем прощаться? Со всеми. Минут на 20. Ну ладно. Долбоёб. Сейчас, секундочку, одну, подожди. Короче, ты так и не ответил на вопрос. Какой? Я тебе ответил. Alias Product Favorites. Чтобы вы понимали, что я ему вообще ответил. Alias Product Favorites. Возможно, я даже что-то неправильно прочитал, блядь. Сука. Ну, мне говорит про миража какого-то. Я вообще в душе не чаю, кто это такой, блядь. Что я несу? 21 год человеку. Сука, какой Alias? Какой в жопу Favorites? Какой, блядь, Product?